привет! С вами Однорукий Борис. И мы продолжаем проходить игру Doom 2 The Plutonia Experiment. Это официальный аддон. И мы вот-вот уже закончим проходить эту игру. Вот, у нас с вами сейчас последняя карта. Мэп 30. Это не считая дополнительных карт. Вот. Вот. И, как видите, это мне, знаете, напоминает последний уровень в оригинальной части. Вот, когда там была тоже маленькая такая комнатка, где много было патронов, где была тоже там то ли мегасфера, то ли много чего такого полезного. И в конце был босс, которого нужно было победить. Давайте я сейчас сохранюсь, чтобы каждый раз все это дело не подбирать. Вот. Здесь мы видим 23 противника. Опять же, это нижний левый угол, где у нас написано «Жизни и защита». Вот. Буква «К» самая верхняя, 0 из 23. И давайте посмотрим, что же это за 23 противника у нас. Так, ну вот этого мы... Другалька... Ой, тут их двое прямо. Друг напротив друга. Ну, на самом деле это не так уж и сложно. Так, тут мы уже можем... не боясь, что сзади нас кто-то еще стоит. Так, у них там ничего нет. Смотрите, какая дыра тут. Давайте, во-первых, сохранюсь. Так, тут у нас, да, ничего нет. Так, стрелочка нам, видимо, показывает именно туда. Вот в эту вот штуку. Так. Ой, там уже кто-то. Йоу, это же эти самые. Так. Так, меняем оружие. Так, я не понял, кто? Эти вот ребята, слушайте. Так, давайте я тогда... буду действовать более... грамотно, не понял. Опять у меня начинается такая фигня.
Hits. Здесь опять же сохраняемся. Так. Ой, да ладно, неужели? Да ладно, неужели тот же самый босс, что и в оригинальном Думе? Вот это прикол. Вот это конкретно прикол. И если честно, я в первый раз услышал те же самые звуки. Так, давайте попробую. А, это я уже тут. Да, слушайте, это... Так, давайте я сначала вот этих вот ребят попробую. Да что? Смотрите. Так, бежим. Слушайте, мне кажется, что тут, да, надо стрелять ракетами именно. В ту самую. Штуку в лоб. Так, Russian. Да, слушайте, надо вообще сообразить, как вообще. Ну, сейчас
можешь нас убить. Слушайте, это я прям вообще не знаю. Сколько же попыток мне нужно будет сделать, чтобы побить этого босса? Да. Да уж. Так, ребят, тут у нас, точнее у меня, случилась такая штука. Я очень долгое время пытался пройти этот уровень. Как видите, по времени 15:58. Вот. Вот. А автосохранение, тут видите, 15:01. То есть практически час я пытался пройти вот этот уровень. Я думал, что я его записываю, но поверьте, за эти 58 минут не произошло ничего. Вот, давайте сейчас я попробую вам показать, как все это дело проходило. Я думаю, что ничего такого я не упустил важного. Вот. Короче, смотрите. Жизни у меня дофига. Вот этих вот пулеметчиков сейчас я прибью. Прибью же, да? Вот, открывается стенка. И, как видите, вся жизнь у нас уходит коту под хвост. Вот, давайте я тут сохраняюсь вот здесь. И нам нужно победить вот этого демона. И у нас ничего, естественно, не получается. Так, я, конечно, трачу ракеты. Что не очень хорошо, на самом деле. Вот, собственно, именно таким образом у нас, точнее у меня, проходили все 58 минут. Ну и плюс я еще вот этим оружием пытался убить вот этого демона, но ничего не выходило. Вот так вот меня просто убивали нафиг. Возможно, это даже хорошо, что я пересохранился. Возможно, сейчас все будет намного лучше, чем в предыдущие разы, но нет. Все у нас то же самое. Вот. Тут дело в том, что вот этот демон загораживает
вот этого нашего босса. И как вы видели, одна ракета все-таки, ну, перед смертью я тут успел выпустить две ракеты, прям вот в прямоугольник, да? Одна из них попала прямо внутрь, вторая не попала, естественно. Вот. Я пытался стрелять в этот прямоугольник, игнорируя вот этого демона, и я в течение вот этого часа я попадал туда очень много раз. И не просто вот в текстуры рядом, а вот прям вот реально внутрь. И это не помогало. Ну вот, скорее всего, тут нужно стрелять туда именно по каким-то правилам. Но проблема именно вот в этом здоровенном демоне, который никак не убивается. Я его убивать не успеваю. Я умираю быстрее. Вот, и если честно, я вообще не знаю, как пройти тогда вот этот уровень. Буду пытаться, и, возможно, буду делать какие-то паузы между записями попыток пройти этот уровень, потому что... Ну, потому что это какая-то жизнь, на самом деле, происходит. Вот. Собственно, возможно, в каких-то моментах я буду ускорять все это дело, чтобы вас не мучить и самому не мучиться. Вот. Короче, посмотрим, что тут и как надо делать. Вообще, ребят, я думаю, что можно как-то этот уровень попробовать пройти аккуратнее, что ли. Ну, смотрите, я прям вот туда попадаю. Прям вот, смотрите, прям вот залп ракет туда. Так, ну вот этих ракет тут, конечно. Не, давайте я сейчас загружусь. Например, вот здесь, да? Конечно, придется мне потратить ракеты. Смотрите, ничего себе. Так, здесь мы делаем так и делаем так. Хорошо, отлично. Вот теперь сейчас мы сохранимся еще раз. Вот так. И насколько я понял, тут есть, как наверняка, какое-то место определенное, на которое наступаешь, и опускаются стены. Поэтому мы будем осторожно все это дело проходить. Так. Ну-ка,
давайте-ка мы сохранимся еще раз. Да, смотрите, мы победили, то есть вот всех этих самых пулеметчиков. Это здорово. Поэтому мы давайте сохранимся еще раз. Так, теперь, так как мы будем прятаться по бокам, по крайней мере, от вот этого демона здорового, да, кибердемона, мы должны по бокам победить вот этих вот ребят, которые там будут стоять, скелетов. Поэтому давайте мы сейчас сохранимся. Вот. Да, вот. Так. Так. Прячемся. Отлично. Так, вот этих вот ребят надо. Пауканов. Потому что они, скажем так, тоже ребята серьезные. Так, а давайте проверим, куда ведет. А, я понял. Куда все это дело ведет. Так, давай-ка мы. Слушайте, на самом деле, вот это вот уже намного лучше. И на самом деле тут нужно действовать, наверное, побыстрее, да? Так. Сюда. Сюда. Тут мы сохранимся, наверное, на единичку. Не пойдет. Не пойдет, нас запалили и прям сразу. Так, тихо, подожди. Все, готов. Сейчас вырезаем, проверяем. Все, нету. Нету паука. Но теперь делаем смертельный номер. Убили, убили. Так. Пятерка. Неужели? Неужели так быстро я прошел этот уровень? Боже мой, ребята,
Это просто, конечно, неописуемый трындец. Три ракеты вроде туда запустил, прямо вот. Слушайте, это... Так, ну, во-первых, давайте я сейчас сделаю перевод вот этой вот... вот этого текста. Да. Он сейчас вот буквально у вас появится, и после этого я расскажу, что я сейчас чувствую, как раз-таки переварю все это дело. Ух. Да, тут у нас уже идут титры. Зомби-мен. Шотган-гай. Хэви-випен-чувак. Имп. Демон. Лост Соул. Кака-демон. Hell Knight, Baron of Hell, Arachnotron, Pain Elemental, Revenant, Mancubus. Я сначала думал, что вот эти вот ребята, они сложные, на самом деле нет. Вот, вот эти вот самые ненавистные мной. Архвилл. Вот, The Spider Mastermind. У него даже ручки есть небольшие, надо же. И Cyberdemon. Кибердемон. Вот он эпично взрывается, и только копыта. А вот это мы, да. То есть, как видите, все персонажи тут точно такие же, как и в этом самом, в Думе 2. Так, давайте... Кстати, вот этих вот ребят... их на самом деле называют просто демонами, да? А я вот почему-то их называл Пинки. Вот. Просто я где-то слышал, что их так кто-то где-то назвал. Вот, в Думе. Ну и что-то как-то сам начал их называть так же. Вот. И единственное, я не помню вот этот зеленый сопливый фон. Был ли он... Был ли он в оригинальном Думе? Надо пересмотреть. Скорее всего, там фон был немножко другой. Вот, знаменитый Кака-демон. Так, давайте мы остановимся на Кибердемоне. Где он? Или вот на... Нет, вот, вот он стреляет очень громко. Бах, взорвался. Собственно, вот, что я хотел сказать по вот этому последнему уровню. Как по мне, он... Ну, во-первых, он мне показался чуть-чуть сложнее, чем...
последний уровень в оригинальном Доме 2, просто потому что вот этот вот кибердемон был преградой между нами, как персонажем, и боссом. Вот. И нам приходилось сначала попотеть, чтобы его убить. Вот. Вот. А как я помню, в обычном Доме 2, да, в оригинальном там, такая же была фигня, то есть телепортировали много-много монстров, и, соответственно, там нужно было просто вот на этой на лифте подняться и выстрелить прямо вот в тот же прямоугольник. Вот. Здесь абсолютно все то же самое, как вы видели. И в чем здесь крылась сложность? Вообще, вообще говорят, что там, ну вот на этом уровне, 30-м, есть какая-то платформа, которая поднималась и опускалась. Возможно, вы это видели в этой серии. Если нет, то она там точно есть. Вот. И именно на этой именно с этой платформы можно было убить босса. Но у меня, вот как вы видели, получилось победить с той платформы, где стоял вот кибердемон этот. Вот. Слушайте, это, знаете, я опять немножко растерян, просто потому что уровень так-то небольшой, он с одной стороны сложный, но и с другой стороны легкий. То есть, как я вам рассказывал, пытался целый час его пройти, никак не получалось, и только потом, когда я немножко подумал, как можно было бы его пройти, у меня появился план. Несмотря на то, что я его реализовал не сразу, вот с планом действий у меня все удалось. И довольно-таки легко все вышло. Вот, и как видите, тут, естественно, были некоторые свои мелочи, типа последние ступеньки, да. Вот, и тех мест, где я прятался. Вот. Собственно, сами все видели, как я прошел. Что ж, на этом мы прошли абсолютно все уровни, все 30, да, и у нас остались только два дополнительных уровня. Я их покажу в отдельной серии и посмотрим, что нас там будет ждать. Вот, ну а эта серия будет финальной. Вот, именно с этого момента я считаю, что я все-таки прошел игру Doom 2 The Plutonium Experiment. Вот. Вот так вот как-то скомканно опять получилось. Мне почему-то все босс-файты получаются какими-то скомканными, как будто, знаете, ожидал чего-то одного, а получилось все немножко по-другому, и ты такой вот в смятении сидишь. Вот, это и вот именно свои ощущения описываю от этого. Вот. Ну, собственно, вот. Такой вот уровень был
вот это вот я вот, конечно, постарался его пройти и при этом вспоминал оригинальный второй дуб. Вот, ну что ж, на этом все. Да, немножко торможу, все, перевариваю до сих пор. Вот, и что ж, это была игра Doom 2, аддон к этой игре. Вам прошел ее однорукий Борис. Ставьте лайки. Я надеюсь, что я заслужил это, потому что прошел сложную карту с боссом. Я реально старался. И подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Огромное спасибо вам всем за просмотр. И увидимся с вами уже в бонусной серии, где я прохожу дополнительные уровни. Их будет два. Вот. Ну что ж, всем удачи и всем пока.